Всем привет! Попробую сейчас показать, как вяжу вот такие вот мушки. Не мушки, вроде как мотыль. Ну, не знаю, на экшн-камере тут снимать это баловство, конечно, но хотя бы, может, что-то примерно будет видно. Ну, попросили люди. Посмотрим, что получится. Инструмент у меня самый простой. Брал тут как-то от Касадаки. Нашел, что самое дешевое. И, в принципе, на нем и вяжу. Весь инструмент с этого набора. Сначала делаем такую подложечку. На нитке черного цвета вяжу. Можно, в принципе, любую. Ну, так как тельце будет красненькое, будет такое ощущение, что внутри там какие-то внутренности в этой козявке. Тело будем вязать вот с такого вот материала. Не знаю, видно, нет. Покупал, когда еще, года 3, наверное, назад. То есть в разных расцветках брал. Тут, в принципе, с любых можно вязать. Ну, с такого вот бледно-розового сейчас свяжу. Кто-то привязывает, значит, зажигалкой подпаливает, вытягивает в конце. Я особо как-то не парюсь. Я не великий спец в этом деле, поэтому я прям привязываю по всему телу. Так, к концу маленько натягиваю, чтобы потоньше было. Я в муховязании такой специалист от слова никакой. Так что особо не пинайте. Так, привязали. И теперь натянули и начинаем формировать виток к витку наше тельце. Так, слегка натягивая нашу нитку силиконовую. И что-то вот я чем больше занимаюсь этой хренью, как-то меня начинает занимать такой вопрос. Что надо мне, наверное, приобретать нормальный инструмент, потому что что-то как-то получается муторно и геморройно. Так, примотали. Теперь излишек отрезаем. Можно на всякий случай сделать контрольный узелок. Я тут полвечера сидел, вспоминал, как узловязом пользоваться. Помню же, что вязал. Так, ну вот, в принципе, тельце готово. Теперь осталось нам что? Сформировать у этой букашки бестолковку. Не знаю, конечно, что там на этом видосике будет видно. Ручонки у меня еще что-то нифига толком особо не работают. Ну, думаю, сам смысл будет понятен.
как я уже сказал, никаких пропорциях тут и тому подобное ничего не думается. Так, затем берем вот такой, блин, как бы тебе показать-то, вот что такое уфгель, да, от спектра. Берем иголочку даббинговую, буквально капельку геля сюда. Иголочкой. Разравниваем. У меня тут никаких ни ротори, ничего нету. Поэтому снизу не очень удобно все это делать. Ниточка какая-то торчит. Да и хрен с ней. Затем берем вот такой фонарик. Кстати, в прошлом году в батарейке как ставил, до сих пор работает. Тоже от спектра. И здесь можем увидеть, что, смотрите, в ультрафиолете, как эта личинка начинает непонятно светиться. Вроде мотель, а в ультрафиолете вроде опарыш. Вот. Наша такая личинка готова. Планирую вообще-то я их вверху мормышки привязывать. При мормышинке. Ну, возможно, на тинкару. Вот не знаю, что там видно будет, не видно будет. Скажите. Сейчас перекурю, а то, может, еще и кибарит свежо.